Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про економічні передумови зростання цін, причому як на бензин в Україні, так і на криптовалюти у світі. У нашій студії економіст, фахівець IT-галузі Максим Празніков. Пане Максиме, я вас вітаю. Доброе утро. Отже, наприкінці листопада, буквально кілька днів тому, одна із найпопулярніших криптовалют у світі, біткоін, встановила історичний рекорд своєї вартості і перетнула межу 10 тисяч доларів за одиницю. Якщо я не помиляюся, кілька місяців тому, коли ви були в нашій студії, ціна була вдвічі меншою. Нагадайте нам, як протягом року коливалася ціна на біткоїни? Ну, абсолютно вірно. На самом деле, та ціна, яка, в общем-то, була достигнута, це навіть більше, ніж 10 тисяч. Тобто, на максимумі на піки це було 11 400. Коли ми тоді спілкувалися, зустрічалися з вами, если я опять же не ошибаюсь, цена была 3800, то есть это более чем двухкратный рост. Но на самом деле тоже очень интересный момент. Буквально за две недели до вот этого нового исторического максимума 11400 цена была 5900. То есть вы можете себе представить... Это за лишние дни, так, вдвичь. Это фактически за две недели почти в два раза, да. То есть вы можете себе представить уровень волатильности и то состояние, в котором пребывали определенные инвесторы, когда курс в какой-то момент достиг уровня 9500, потом упал до 5800, 5900, буквально через несколько недель вырос до 11, еще через два дня в результате определенного перебоя в работе нескольких всего лишь бирж, то есть не всех бирж, которые там торгуют криптовалютой, не весь блокчейн испытывал какие-то сложности, всего лишь несколько бирж испытывал определенные сложности, курс с уровня 11 опять же упал до уровня около 9000. Потом вырос до 10500 в течение одного дня, и на сегодняшнее утро котировался 9500, 9600, и сегодня, вот на сейчас, где-то 9700, 9800. То есть это сумасшедший уровень волатильности, это сумасшедший уровень перепада курса. А если мы говорим в принципе о том, что произошло за год, то в начале года курс колебался около 800-900 долларов, то есть где-то порядка тысячи. В марте месяце... Тобто в 10 разів, так? Да, в марте месяце курс был около тысячи, и уже тогда, в общем-то, в некой экспертной среде обсуждалась потенциальная возможность курса на конец года 8-10. Ну, опять же, в общем-то, о чем мы с вами и говорили несколько месяцев назад, о том, что к концу года вполне вероятная и возможна цифра порядка 10 тисяч доларів. І ви це прогнозували? Да, то, що ми зараз і наблюдаємо. Пане Максиме, скажіть, а от таке стрімке зростання за кілька днів могло статися лише через те, що один із банків Кореї, нехай і найбільший, взяв на обслуговування саме вкладення і рахунки, які у біткоїнах? Ну, знаете, тут комбинация факторов. Ну, с одной стороны, он достаточно долго колебался около цифры 10, и эту магическую цифру, ну, то есть новый некий рубеж, все достаточно ожидали, что подогревало спрос. Следующий момент — это то, что достаточно активно обсуждается возможность торговли фьючерсами, да, на Нью-Йоркской фондовой бирже. И если это в итоге произойдет, это, естественно, добавит еще больше спрос и добавит капитализации этой валюте. Опять же, растущий спрос на криптовалюту с точки зрения постоянных ICO, когда привлекаются фонды для каких-то новых IT-разработок, новых IT-компаний. Все больше интеграция криптовалюты в регулярную жизнь, то есть все большее количество каких-то компаний, в том числе там некие университеты, начинают принимать криптовалюту как оплату там за обучение или за какие-то товары. То есть, в общем-то, это все приводит к повышенному спросу, соответственно, к росту цены. Ну и опять же, тут то, что я говорил в прошлый раз, могу опять же повторить, не надо забывать определенный спекулятивный интерес. То есть все смотрят, все сейчас последние, там, ну, наверное, месяцев 5-6 очень активно наблюдают за тем, что происходит на этом рынке. Достаточно простой вариант входа. Можно начинать с очень небольших сумм. То есть, опять же, то, о чем мы говорили, о неком ограниченности инвестиционных решений в нашей стране, да, то есть, по сути, там депозиты, недвижимость, и, в общем-то, все. И вот появляется криптовалюта как один из вариантов. Но, опять же, это не только в нашей стране, во всем мире. Люди вкладывают деньги, видят, что есть постоянный рост, то есть привлекается все больше и больше количество людей. Кто-то видит, что его сосед там купил один биткоин там за те же там 3500 в сентябре и сейчас продал за 10, начинает думать, а почему бы не сделать то же самое мне? То есть это все порождает в какой-то степени лавинообразный спрос. Ну и, соответственно, рост котировок. Чи сьогодні можна говорити про межу і взагалі які сценарії можливі от в наступному році? Ну, знаєте,
есть очень большое количество разнообразных сценариев, но все больше и больше количество аналитиков, причем достаточно серьезных, все-таки начинает с определенным, пусть и сдержанным оптимизмом смотреть на криптовалюты. Есть прогнозы на уровне 20 тысяч, 40 тысяч в рамках следующего года. При этом однозначно все признают достаточно высокую степень волатильности и достаточно высокие риски постоянных перепадов. То есть то, что мы сейчас видим, курс около 10, вполне возможно определенная корректировка и в какой-то, опять же, откат. На самом деле, ну вот смотрите, то, что я привел пример, банально, в общем-то, достаточно простая новость о перебое в работе нескольких бирж, ну, привела к падению курса почти на 20%. То есть эти валюты сумасшедшим образом подвержены влиянию любой новости. То есть достаточно, например, завтра какому-то правительству любой страны объявить о том, что они готовы признать криптовалюты, в частности биткоин, как средство платежа или какую-то там несущую функцию денег. И все это сразу это приведет к сумасшедшему росту, сумасшедшему всплеску. Точно так же достаточно кому-то запретить. Вот как у нас была ситуация, когда был очень сильный обвал в результате определенных действий со стороны правительства Китая. Когда они запретили новое ICO, когда была определенная попытка регулирования работы бирж, более чем на 30% был обвал. Опять же, вот буквально последних нескольких последних дней новость, это то, что в Соединенных Штатах один из судов обязал одну из бирж предоставить данные о, собственно, тех людях, которые там хранят свои счета, то есть фактически раскрыть анонимность. К чему это в итоге приведет, не совсем понятно, но однозначно не сыграет в позитив. Хотя бы по той простой причине, что на сегодняшний день во всем мире, ну, может быть, там наберется там пару тысяч человек, которые в той или иной степени задекларировали биткоины и свой доход от операции с ними. То есть, ну, государствам это не очень нравится. Пане Максиме, ну а щодо України, я так розумію, жодних революційних рішень в цьому напрямку не варто очікувати. Як ви оцінюєте політику, як регулятора, так і влади от стосовно цього питання? Ну, знаєте, на сьогоднішній день, опять же, як і кілька місяців назад, єдиної позиції нету. То есть, був предложений определенний, в начале октября був предложений законопроект по регулюванню ринку криптовалют. Законопроект був пух и прах разбит участниками рынка, то есть действительно имел очень мало общего с реальностью и с тем, что происходит на этом рынке. Он подразумевал, опять же, полностью раскрытие всей информации, всех данных о тех людях, которые занимаются майнингом, тех, которые занимаются трейдингом, о обязательной уплате 18% подоходного налога и 1.5% сбора. То есть все, в общем-то, на чем базируется преимущество криптовалюты, там нивелировалось. Естественно, ну, дальнейшего развития не получилось. Сейчас есть новые начинания, есть определенные новые наработки, новые предложения по регулированию этого рынка, гораздо более лояльные. Опять же, Киевгорсовет недавно выступил с инициативой о том, что нужно, в общем-то, как-то находить способы регулирования этого рынка. Есть законопроект, который подразумевает специальные тарифы на электроэнергию. А это достаточно важная составляющая, там достаточно лояльные подходы к налогообложению и к учету, но пока какой-то единой позиции нет. То есть фактически единая позиция всех фискальных и финансовых органов, Минфина, Национальной комиссии ценных бумаг и ДФС, это то, что они сошлись в представлении того, чем криптовалюты и биткоин не являются. То есть они там делали перечисления о том, что это не является там деньгами, средством платежа, не является первым, вторым, третьим, четвертым. То есть они пошли от обратного. Они пока не могут дать определение того, что это, но они точно сказали, что чем это не является. И когда они все вот эти определения откинули, они столкнулись с тем, что по сути определений не осталось. То есть они в своем совместном заявлении сказали о том, что ну окей, мы будем опять же изучать мировой опыт, будем смотреть на мировое движение в этом направлении и будем тогда выносить какие-то суждения. То есть пока, опять же, ни законодательного регулирования, ни единой позиции нет. Но в принципе, что не мешает нашим многим чиновникам и народным депутатам в своих деклараціях указувати біткоїн як средство збереження. Ну, будемо сподіватися, що реакція буде і вона буде вчасною. Варто відзначити, що незважаючи на такий шалений ажіотаж у світі, для більшості українців ця тема все ще є новою і не сильно впливає на їх життя. Тоді як, приміром, цінники на автозаправних станціях, ну, лякають набагато більше. За останній тиждень ми побачили суттєве зростання. І з чим ви пов'язуєте, яка взагалі ситуація на ринку пального? Ну, опять же, здесь вряд ли придумаешь что-то новое. Есть несколько абсолютно
понятных факторов, влияющих на стоимость бензина. Первое – это стоимость нефти, второе – это стоимость, по сути, там, курс гривны на сегодняшний день. И то, что мы видим, является некой комбинацией этих факторов. Да, добавил еще определенный момент – это то, что были определенные перебои с поставками нефтепродуктов из Беларуси, с Мозырского нефтеперерабатывающего завода, который был на плановой реконструкции в сентябре-октябре. Да? То есть вот сейчас, по идее, должна немножко ситуация улучшиться. Но в первую очередь это все-таки рост котировок нефти и падение гривны. Нафтопродукты мы импортуем, тому це напряму впливає так, да, на їх, да, вартість, да, всередині, да, країни. Соответственно, є определенний временний лаг, то есть в среднем рост ціни на границі, ну, через буквально 1,5-2 недели, ну, може, 2,5, получает своє отражение на розничной ціні на бензин. То есть фактически там ціна на нефть була, по-моему, более 65 долларов, то есть там порядка 15-20% рост. Ну, соответственно, в общем-то, то, что происходит, мы видим. Второй момент – это то, что произошло определенное ослабление гривны, но, опять же, достаточно прогнозируемые, ожидаемые цифры, то есть ничего такого сверхъестественного не произошло, мы там не увидели курс 30, то есть это те Але доволі різкий скачок, з чим він пов'язаний? Ну, опять же, у нас есть, мы входим в отопительный сезон. У нас есть, кстати, вот сегодня у нас очередная выплата по МВФ. Там, ну, там небольшая сумма, порядка 155 миллионов, но все равно, да. У нас есть предстоящий Новый год, и у нас, соответственно, возрастает импорт. То есть есть повышенный спрос на валюту. У нас, в принципе, торговый баланс, у нас отрицательная сальдо. То есть у нас в этом году достаточно существенное превышение импорта над экспортом. То есть есть постоянная необходимость в валюте. Там был выброс определенной денежной массы в связи с индексациями, с выплатами. Она появилась на рынке, и люди стали, опять же, традиционно вкладываться в доллары, покупать. То, что тоже постигнуло определенным образом спуск. То есть, ну, сказать, что произошел какой-то обвал, ну, нельзя. То есть это все в рамках там, 4-5% от того курса, который был. И, в принципе, то, о чем и говорилось, о том, что на конец года там, курс будет слегка за 27%, ну, в общем-то, собственно, это и происходит. То есть он с очень низкой вероятностью выйдет за пределы там 27,4-27,5, но где-то вот в промежутке 27-27,5 колебания абсолютно возможны. Пане Максиме, а напередодні ухвалення державного бюджету, от певний острах можливого перегляду акцизів, ми знаємо, що вони будуть переглянуті на тютюни та алкоголь, по нафтопродуктам ще невідомо, але все одно ця інформація, вона може впливати також на ціну? Ну, в определенным образом, конечно, могут нефтетрейдеры перестраховываться, учитывать это все. Ну, в общем-то, то, что происходит и с валютой, да, то есть есть рост курса, и все не хотят терять деньги. То есть они вкладывают фактически там валюту, здесь продают за гривны, есть некая там временная рассрочка перед новыми закупками, то есть все где-то могут перестраховаться, заложить там несколько процентов потенциального запаса. В общем-то, как это происходит по многим рынкам и со многими импортерами. Ну, понятно, что накануне бюджета там предстоят еще более чем ожесточенные торги по всем направлениям. Ну, по крайней мере, если я не ошибаюсь, где-то вот 7 числа мы ожидаем уже очередное читання і перевірку цифр, ну, посмотрим, що буде відбуватися. А стосовно штучного впливу на ринок нафтопродуктів, дуже часто ми у різних публікаціях озмічуємо про можливі змови монополістів. Наскільки конкурентним є цей ринок? І наскільки тут дійсно може бути змова? Ну, прецеденти такі, на самом деле, вже були. Тобто, можна вспомнити, коли було там кілька років назад, і навіть більший срок тому назад, коли були определені договоренності по тримання цін. То есть сказать, что рынок очень сильно сегментирован, ну, наверное, нет. Есть достаточно ограниченное количество крупных операторов. Насколько они могли бы между собой договориться, ну, вероятность такая существует. Насколько это имело место быть, ну, не могу сказать. Опять же, то есть вот те цены, которые мы на сегодняшний день видим, они вряд ли свидетельствуют о каких-то сверхприбылях или о каком-то желании заработать какие-то там сумасшедшие проценты. То есть это скорее реакция на происходящие события, на определенный дефицит, который возник, ну, так вот случилось, ну, может быть, чем-то не повезло, на рост котировок по нефти и на то, что, в общем-то, было ослабление гривны. Ну і стосовно бюджету, який ви вже сказали, може бути прийнятий Верховною Радою вже наступного тижня. Скажіть, сам факт ухвалення документу, він наскільки швидко може вплинути на реальні показники економічні в країні? Ну, понимаете, опять же, само принятие, оно просто даст некое понимание того,
тех правил, скажем, неких игры, которые будут очертаны. То есть будет понимание о каких-то ожидаемых расходах, о каких-то предстоящих госзакупках, о каких-то там расходах по каждому из министерств. Естественно, до принятия, опять же, будут определенные корректировки, наверняка будут какие-то поправки, и наверняка в дальнейшем будут поправки. Ну, вот опять же, это же фактически живой документ, опять же, вот банальный пример. Але ж мова не про макропоказники, чи вони також можуть коригуватися? Могут корректироваться. То есть фактически, если говорить на ситуации на этот год, то был запланирован рост там, порядка там, 2,5-3% ВВП, но по факту будет 1,8%. Инфляция должна была быть там, 8-9%, опять же, по факту у нас, ну, если будет 12, это будет хорошо. Это да, про цей рік? Да, про этот год. То есть там, на следующий год изначально говорили про 9, уже все согласны, что это будет порядка 10-11%. То есть то же самое будет корректировки каких-то статей. На этот год было запланировано на субсидии там, около 60 миллиардов. Вот буквально на днях президент подписал указ о выделении дополнительной суммы в 7 миллиардов на субсидии. На следующий год, например, всего, если я не ошибаюсь, запланировано 55. То есть даже не 60, еще меньше, чем в этом году. При том, что есть определенные опасения и ожидания того, что коммунальные услуги по стоимости опять вырос. То есть в этом году нам удалось как бы, цены удержать, что стоило нам кредиты МВФ фактически, поскольку цены на газ для населения не были подняты. И мы могли себе это позволить, поскольку такой жесткой необходимости в деньгах в этом году не было. В следующем году она есть. Если опять же не найдут какой-то консенсус и не смогут договориться, то цена на газ для населения вырастет, вырастет стоимость коммунальных услуг и еще большее количество людей, соответственно, обратится за субсидиями. То есть если в этом году это было 68 миллиардов, то каким образом в следующем году это будет 55? То есть в любом случае определенные корректировки они будут возможны. Скажем, это некий рамочный вариант бюджета. Да, он вокруг этих цифр будет все дальше отстраиваться и плясать, но корректировки всегда возможны. А от стосовно курсу долара, коли курс у бюджеті на весь наступний рік закладається на рівні 27 гривень за долар, а реальний показник вже досяг цього рівня, наскільки адекватно прораховано? Смотрите, на следующий год показатель там не 27, там 29,3. Вже відкоригувалося, тому що на початку говорили. На конец года прогнозируема цифра – це 31. То есть 29,3 это среднегодовой, 31 это конечно. С другой стороны, по факту, ну, цифра может быть несколько меньше, там слишком большое количество факторов, опять же, на это может повлиять, и получение макропомощи от Евросоюза, и кредиты МВФ, и наши внешние выплаты, и выход на внешние рынки с заимствованием Минфином, с облигациями, то есть там сумасшедшее количество факторов, каждый из которых может внести свою лепту. Но по факту, например, на этот год среднегодовой курс закладывался на уровне там, порядка 27 тоже с копейками, 27,3-27,2. То есть его мы втримали? Даже ниже. То есть если мы посмотрим в разрезе года, то по факту среднегодовой курс был меньше. То есть вот мы к концу года, скорее всего, выйдем на эти показатели, которые закладывались как среднегодовые. Ну, соответственно, если сделать некую такую пролонгацию на следующий год, то вполне возможно и к концу следующего года нам удастся удержаться в рамках до 30. Ну, что опять же является некой такой психологическим барьером. Ну і стосовно загалом зростання економіки в наступному році, пане Максиме, фіксування зростання у кілька відсотків. Деякі експерти і політики говорять, що загалом світова економіка настільки ж зростатиме протягом року, і тому це для України буде тупцювання на місці. Чи погоджуєтеся ви з цим, що такі показники вони дійсно можуть сприйматися як зростання? Ну, знаете, я тут, наверное, соглашусь с уважаемыми экспертами. На самом деле, действительно, вся экономика растет там, темпами 2% плюс. А если мы говорим о развивающихся странах, то это 3,5-4 и выше. И если мы хотим, в общем-то, ну, как минимум не отстать, я уже даже не говорю про то, чтобы там, какими-то сумасшедшими темпами догонять, то мы должны расти однозначно быстрее, там, 4% и выше. Но тут возникает другой вопрос. По тем средствам, долгам, которые мы в свое время привлекли в 2015 году, там очень прописан интересный момент о том, что если наш рост экономики ВВП более 4% в месяц, более 4% в год, то автоматически растет сумма процентных выплат по нашим долговым обязательствам. То есть мы даже себе дозволить не можем, больше. Тут интересный момент. С одной стороны, этот рост он должен позволить компенсировать этот рост процентов по долгам. С другой стороны, ну, как бы платить больше не хотелось. Но в любом случае это не должно быть сдерживающим фактором. Мы однозначно должны расти более там, 4%. Ну, опять же, как уже все время приводил этот пример, это сказка про Алису в зеркале, когда если ты хочешь куда-то попасть, тебе надо не просто бежать, а бежать несколько раз быстрее. Да? То есть, когда они просто бежали, в итоге посмотрели по сторонам, они стоят на месте. Говорит, а как же куда-то попасть? Если ты хочешь куда-то попасть в другое место, надо бежать еще быстрее. То есть мы должны бежать быстрее, чем весь мир.
есть мы должны догонять, мы в роли догоняющих на сегодняшний день. А это подразумевает рост, ну, там, 4-5 хотя бы минимум процентов. Вот. Ну, будемо сподіватися, що рецепти цього знайдуться у владних кабінетах. Я вам дуже дякую за цю розмову. Максим Празніков, економіст, фахівець IT-галузі, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському. Спасибо. І далі.